Друзья, всем привет! Сегодня у нас 20-й день, и сегодня мы с вами взвесим наших бройлеров и пересадим в клеточку. Начинаем! Шестьсот сорок восемь. 770, ну, 768, 770. 578. 680. 750. 640. 720. 650. 688. 676. 650. 620. В общем, друзья, вес не очень так радует. Пятьсот восемьдесят. 680. Есть, конечно, хорошие экземпляры. О, 814. Вот. Бугайчик. 790. 700. 680. 480. Вообще миниатюрный.
780. Ну и этот 640. Ну тут они у нас будут ненадолго. Будет находиться какое-то время, а после перейдут уже, ну, разделим их на две клетки. Наливаю водичку, как раз ведерко 5-литровая, будет им вполне хватать на целый день, даже если будет оставаться. Теперь и мне будет полегче, буду просто приходить, доливать, мне не надо мыть эти баночки. Сейчас я вам покажу, где вода. Все-таки надо повыше. Вот так. Смотрите. Все, наполнено чашечки. Дальше, я думаю, они сами нормально смогут разобраться. Всыпаю остаток корма с брудера. Все, кормушку дальше отправляем мыться. Сейчас досыплюем корма. И все.
Друзья, как вы могли видеть, по результатам взвешивания их нужно было пересаживать немножко пораньше. Почему такой вот разбег вот в весах у них еще? Потому что их много на ту площадь, в которой они находились. И одни кормушки имели доступ постоянный, другие периодически. Поэтому одни набирали вес хорошо, другие набирали вес плохо. И также большое скопление, оно немножко повышает у них агрессию. Лучше, конечно, такого не допускать. Но у нас не было другой возможности, так как все-таки зима, холодно. У нас даже обогреваемое помещение отапливаемое, здесь все равно прохладно. Сейчас на данный момент здесь 15 градусов, но хотелось бы, чтобы было 18. И вот можно видеть, малыш, видите? Вот стоит он, спит и немножко трусится. Все-таки им прохладненько. Ну вот, вот такой вот результат я получил. И на этом я с вами попрощаюсь. Уже встретимся в следующих видео. Всем пока. А я пошел мыть брудер.